Сегодняшняя Анапа совсем не такая, какой была еще несколько лет назад. Это очевидно всем, кто живет в городе или приезжает на курорт. Естественно, что меняются и запросы работодателей. Сейчас в списке самых востребованных профессий оказались IT-специалисты, представители сферы высоких технологий. Очень остро ощущается, то есть нехватка IT-специалистов на территории города-курорта. Опять же, IT-специалисты могут быть здесь задействованы и должны быть задействованы во всех абсолютно сферах, которые касаются развития нашей инфраструктуры, как общегородской, так и по различным узко, скажем, направленным. Сегодня в Анапе специалисты отмечают высокий спрос на дизайнеров, обычных и ландшафтных. Конкуренция в санаторно-курортной отрасли выросла, а вместе с ней необходимость в расширении не только спектра услуг, но и улучшения внешнего вида. В центре занятости это понимают и ежегодно проводят конкурс детского рисунка. От многих детей даже мы при общении слышим о том, что они готовы дальше продолжить, то есть поиск себя как дизайнеров, вернуться в Анапу, развивать, вносить свои предложения в развитие там, нашей инфраструктуры, в развитие там, нашего города, то есть пляжных территорий, которые у нас очень огромны. В озеленении нашего города, то есть это уже касается, скажем так, ландшафтных дизайнеров, где тоже ощущается острая нехватка этих кадров. И традиционно востребованным для Анапы остаются медики всех специальностей. Работа по восполнению вакансий ведется постоянно. В этом году мы прорабатывали вообще программу взаимодействия с Кропоткинским колледжем медицинским, вот, для того, чтобы специалисты, подростки, которые оканчивали колледж, возможно, сюда приезжали к нам в Анапу и приступали здесь к работе. Вот, по программе переселения, опять же, вот молодежи и безработных граждан в поиске вот, подходящей работы. Нами было 8 человек трудоустроено в этом году в муниципальное образование на территории вот, городской больницы. Еще одна тенденция последних лет – нехватка персонала в сфере курортных услуг. Это неудивительно. В Анапу приезжает все больше и больше отдыхающих, открываются отели самого высокого класса. Город развивается, в туристической отрасли появляются новые направления. Так что, возможно, в список самых востребованных для курорта войдут новые и необычные до этого времени специальности. Юлия Рикман, Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.